Здравствуйте, в эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги и я, Игоря Мукашева. Вот главные темы. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заключил трехсторонний меморандум с главой региона Кумаром Аксакаловым и республиканским военно-патриотическим объединением ЖАС «Сарбас». В чем суть соглашения? По горячим следам снегохода полицейские поймали браконьеров, подстреливших двух сибирских косуль, что грозит горе-охотникам. Прорыв в медицине Северного Казахстана. Кардиологи провели эндоваскулярную операцию на сосудах головного мозга. В чем ее уникальность? А теперь обо всем по порядку. Трехсторонний меморандум о сотрудничестве сегодня подписали глава региона Кумар Аксакалов, министр обороны страны Нурлан Ермекбаев и руководитель республиканского детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения ЖАС «Сарбас» Мейрбек Миндагалиев. По всей стране такие клубы появились 2 года назад. Сейчас их уже больше 6000. Движение «ЖАС «Сарбас» создали по поручению Ельбасы для усиления роли военно-патриотического воспитания казахстанцев, ведь молодежь – это будущее страны, и она должна быть в рядах этого клуба. На встрече с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым глава региона Кумар Аксакалов рассказал о наших военно-патриотических клубах и отметил, что Северный Казахстан славится своими батырами. Это родина таких великих воинов: Агымтай батыр, Кожабеген жырау, Толубай Дауленұлы, Куликет Анарбекенұлы, Бугенбай Миргенұлы, Жансугур батыр, Шалахын, Сары батыр, Сюр батыр и многие-многие другие. А также 55 героев Советского Союза, 11 полных кавалеров славы. Славное прошлое края живет и продолжается нынешним поколением наших северокавказцев, которые здесь присутствуют. Движению чуть больше года. За это время работу провели большую. Такие клубы есть во всех регионах страны. Молодежь занимается физической культурой и спортом, осваивает военные дисциплины. Министерство обороны в исполнении этих поручений проводит работу по всей стране. В прошлом году это движение крепко стало на ноги. Как сейчас отмечалось, оно уже объединяет 202 тысячи подростков, молодежи. По всей стране работает 6335 клубов. Активно развивается это движение и в Северном Казахстане. Оно объединило 5500 молодых людей, которые занимаются в более чем 300 клубах. Кроме того, североказахстанцы стоят на первом месте по количеству и качеству работы военных IT-кабинетов Smart Sarbas, где каждый школьник изучает новые технологии в сфере военной инженерии. Ребята создают программы и собственные сайты. Нурлан Ермекбаев отметил, ЖАС-сарбазовцы должны быть не только патриотами своей страны, но и квалифицированными специалистами. В завершении встречи аким области министр обороны и руководитель республиканского объединения ЖАС «Сарбас» подписали меморандум о сотрудничестве. Этот меморандум даст новый импульс для развития военно-патриотического воспитания. В каждой области у нас есть наш филиал в 17 областях. И мы заключаем данный меморандум. В этом году планируется ежегодный военно-патриотический сбор «Айбын» 2020, на котором будут участвовать воспитанники кадетских школ стран ОДКБ. Сегодня в ряды ЖАС-сарбазовцев зачислен и глава региона Кумар Аксакалов. Билет ему лично вручил министр обороны Нурлан Ермекбаев. Алена Хан, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. 5,5% составил уровень инфляции в нашей области по итогам прошлого года. Больше всего подорожали яйца, хлеб, фрукты. Зато коммунальные услуги стали стоить меньше. Об изменении цен и тарифов наш следующий сюжет. 27 397 тенге – это величина прожиточного минимума, которая сложилась на конец 2019 года. По подсчетам статистиков, этой суммы достаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование организма без вреда для здоровья. На продовольственные товары отвели чуть больше 15 тысяч тенге. Пятую часть продуктовой корзины потратили на мясо и рыбу, 15% на молочные изделия и яйца. Также положили хлебобулочные изделия, крупы, фрукты и овощи. Еще 12 300 тенге предусмотрели для непродовольственных товаров и платных услуг. По социально-демографическим группам населения данная величина сложилась для детей от 0 до 13 лет 21 871 тенге, для подростков от 14 до 17 лет 34 673 тенге,
Старше 18 лет 32 661 тенге, для пенсионеров и пожилых людей 25 642 тенге. Прожиточный минимум увеличили, только вот и ценники на рынках и в магазинах не отстают. Инфляция по Североказахстанской области составила 5,5%. Продукты подорожали больше, чем на 9%. Ощутимо подскочила цена на муку, больше, чем на четверть. Не отстает и стоимость яиц, она выросла на 23%. Хлеб подорожал на 21%. А вот сахар стал дешевле на 19,5%. Цена на фрукты выросла на 7,5%, а овощи стали стоить меньше на 8,7%. По непродовольственным товарам зафиксирован рост цен на отдельные виды одежды и обуви на 6,7%, на фармацевтическую продукцию на 5,5%, бензин подешевел на 1,1%, твердое топливо на 0,8%, при этом цены на дизельное топливо увеличились на 0,3%. Зато оплату за коммунальные услуги не повышали. Напротив, тарифы на холодную воду снизились больше, чем на 9%. Электроэнергия подешевела на 6,8%, вывоз мусора на 5%. А вот проводить свой досуг стало дороже на 5,5%. Посещение ресторанов и гостиниц обойдется теперь на 8,5% дороже. Айгерим Акашева, Жолдасбек Кирмуканов, новости МТРК. Полицейские региона подвели итоги операции «Браконьер». За месяц стражи порядка выявили 267 административных правонарушений. Последний случай произошел в Казалжарском районе. Браконьеры подстрелили двух сибирских косуль. Подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. Туши двух сибирских косуль полицейские вместе со старшим егерем Кызылжарского района нашли при объезде территории Соколовского охотничьего хозяйства. По следам от снегохода возле села Жиляково стражи порядка вышли на двух охотников. В ходе осмотра мероприятия было взято две туши косули, снегоход и одно огнестрельное оружие. В настоящее время подозреваемый водрен ВВС отдела полиции Кызылжарского района начал досудебное расследование по статье 337 частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый 35-летний житель Петропавловска. Сейчас он находится под стражей. Ведется досудебное расследование. Одновременно проверяется, причастен ли к этому его родственник, который находился с ним. С начала года это пятый случай незаконной охоты. Напомню, с 11 января ответственность за браконьерство усилена. Сумма штрафа выросла до 8 миллионов. Крайняя мера наказания – арест до 40 суток или лишение свободы сроком до 3 лет. Алена Хан при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Жуткая авария произошла в четверг в Петропавловске. Автомобиль «Лада Гранта» совершил лобовое столкновение с внедорожником «Тойота Прадо», а после еще и врезался в светофор. ДТП произошло в 9 часов утра на пересечении улиц Жумабаева и Интернациональной. На кадрах любительской видеосъемки видно, передняя часть легковушки помята полностью, а вот кузов иномарки почти не пострадал. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир «Лады». Их доставили в 3-ю городскую больницу. Медики оценивают состояние жертв аварии как стабильное. Сейчас полицейские устанавливают виновника происшествия. После дела передадут в суд. Водитель автомашины «Лада Гранта» и «Тойота Прадо» совершали маневр. В результате чего совершилось столкновение? За январь месяц текущего года на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростного режима. Остались без паев и зарплаты. В Айрталском районе разгорелся нешуточный скандал с участием ТО «ЖаркНСК». Об этом журналистам рассказали на брифинге в областной прокуратуре. Сельхозтоваропроизводитель взял солидный заем в агрокредитной корпорации, оставив под залог земельные участки сельчан. Позже эти наделы и вовсе выставили на аукцион. Как такое могло произойти и кто это допустил, узнавал Абай Альжанов. О скандально известном ТО «ЖаркНСК» в регионе слышал, наверное, каждый североказахстанец. Еще в 2019-м предприятие почти 5 месяцев не выплачивало зарплату своим работникам. На встречу с директором сельхозформирования в Айрталский район приезжал тогда даже глава региона Кумар Аксакалов. В этом году слава о сельхозформировании прогремела вновь. Еще в 2018-м учредители агрокомпании взяли солидный кредит. Под залог оставили 883 участка пайщиков. Вовремя заем не погасили.
Самое интересное, по словам сельчан, они не давали никакого согласия на сделку. О ней узнали случайно, на аукционе в интернете. Агрокредитная корпорация, которая предоставила заем ТО «Жаркн-СК», выставила участки на торги. Делом заинтересовались в прокуратуре. Сейчас идет расследование уголовного дела по статье «Мошенничество». Проведенная проверка установлена, что учредителями данного ТО были заложены земельные участки в одном из государственных финансовых институтов на сумму свыше 500 миллионов тенге. В настоящее время вызывает сомнение подлинность предоставленных документов для залога земельного участка в финансовом институте. Информация, кто именно из учредителей сельхозтоваропроизводства оформил кредит, пока неизвестна. По принятым мерам органов прокуратуры реализация земельного участка в настоящее время, сама процедура приостановлена. Более подробная информация будет уже предоставлено по результатам проведенного досудебного расследования и по итогам, если это все подтвердится, то приговором суда. В надзорном ведомстве также сообщили, ТО задолжало своим работникам 33,5 миллионов тенге. 78 человек с сентября прошлого года и по настоящее время не получают заработную плату. По данному факту уголовное дело находится в производстве районного отдела полиции. Абай Альжанов, Казбек Арыкбаев, новости МТРК. Североказахстанские кардиохирурги впервые провели эндоваскулярную операцию на сосудах головного мозга. Уникальность ее состоит в том, что проводится она исключительно без разрезов. Помогал нашим врачам столичный специалист из Национального центра нейрохирургии. Сами медики считают, что использовать такие методы лечения во многом стало возможным благодаря объединению областной больницы, кардио-онко- и перинатального центров. Бомба замедленного действия. Так врачи описывают аневризму. Простыми словами, это выпячивание стенки артерии. Вот такая маленькая, размером с горошину. С ней можно жить годами и ни о чем не подозревать. А аневризма будет расти, готовая разорваться в любую минуту. Вот мы видим как бы проходящие артерии. И вот с артерии выступающие мешковидные аневризмы, которые не должно быть здесь. На фоне изменения состояние пациента, как бы изменение артериального давления или других факторов, вот эта аневризма лопается, получается разрыв в аневризме и идет кровоизлияние в эти участки головного мозга. Половина больных погибает уже после первого такого взрыва. Многих он делает инвалидами на всю жизнь. Часто аневризма приводит к инсультам. Так было и у этого пациента. 60-летнему североказахстанцу проводят уникальную для нашего региона операцию на сосудах головного мозга без разрезов. Мы делаем в паховой области как бы укол и через паховую зону получаем доступ в бедренную артерию. Из бедренной артерии специальными инструментами мы доходим до артерии головного мозга. С помощью микрокатетеров вводят вот такие спирали из платины. Попадая в аневризму, они закупоривают ее изнутри. На этом видео операция проходит за полминуты. В реальности же час ювелирной и кропотливой работы. Катетер выдели. Вот, хорош. Операция прошла успешно. Спустя 5 дней мужчину выписали. Случай был, как говорят врачи, студенческий. Скромничают кардиологи. Бывает намного сложнее. Это зависит от местоположения аневризмы. Отмечу, такая операция без ножа в нашей области проводилась впервые. У нас в кардиологическом центре не было неврологического и нейрохирургического отделения, не было компьютерной или магнитно-резонансной томографии, которая должна первоначально выставить диагноз как бы пациенту. Большие возможности для врачей открыло объединение областной больницы и кардиоцентра. Современное оборудование, высококвалифицированные специалисты. Ясно одно – сложнейшие операции проводить и в нашей области возможно, если грамотно использовать потенциал медучреждений. Агири Мукашева, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Английский для подростков. В Петропавловске реализуется уникальный социальный проект по изучению языка Шекспира. Идея его создания принадлежит Шинар Токишевой. Сейчас бесплатные курсы проходят около 40 человек. О преимуществах факультативных занятий расскажет моя коллега Анжелика Сычева.
Рассказать о себе на английском языке, назвать цвета, посчитать 5 месяцев назад уровень знания языка Шекспира у восьмиклассницы Акназы Каркиулановой ограничивался только этим. Такое положение дел девушку не устраивало, ведь она собирается поступать в зарубежный вуз. По совету друзей Акназы подала заявку на участие в проекте и уже с первых занятий оценила необычный подход к обучению. Эта программа отличается от школы своим форматом. То есть в школе вы просто учитесь, и иногда вам бывает скучно, а здесь вам интересно, и вы обсуждаете, также проводите дебаты, также узнаете о других культурах. Ladies, are you hungry? Are you hungry? Акназика, are you hungry? Okay, Ева, are you hungry? Проект социальный в нашей области. Он первый. Его автор – преподаватель английского Шинар Токишева. Перед тем, как взяться за ведение курсов, прошла аккредитацию в Кембриджском университете. Сейчас бесплатные занятия посещают больше 40 человек. Это учащиеся городских школ в возрасте от 13 до 16 лет. У нас учатся дети с 21-й школы, с 23-й школы, с 17-й школы. У нас есть дети с детской деревни. Во время наших занятий они изучают не только грамматику, как обычно это принято, но и самое главное, мы используем коммуникативную методику, чтобы дети могли уметь общаться и разговаривать на английском языке. Помимо этого, целью данного проекта это является мотивация к дальнейшему обучению. Мы имеем в виду вузовское обучение, колледж и тому подобное. Проект запустили в сентябре прошлого года и будет он идти до мая. Все ребята получат сертификаты о прохождении курсов. На следующий год автор планирует обучать английскому школьников из района. Анжелика Сычева, Казбек Арыкбаев, новости МТРК. В рамках празднования 1150-летнего юбилея Аль-Фараби в библиотеке имени Сабита Муканова открылась выставка. На ней представлены более 100 произведений выдающегося мыслителя на 3 языках. Познакомиться с трудами пришли ветераны и школьники. К ним присоединилась и наш корреспондент. Аль-Фараби – один из представителей средневековой философии. В Казахстане именем выдающегося мыслителя названы библиотеки и учебные заведения. В нашем городе работает лицей имени Аль-Фараби. На выставке представлены произведения, рассказывающие о жизни и творчестве философа. На выставке будут представлены книги, которые поступили недавно в фонд областной библиотеки. Это выпущенные именно к 1150-летию юбилея ученого. Серия книг «Мыслитель Востока». Сейчас здесь представлено более 100 книг, и, надо сказать, фонд постоянно пополняется. Русский, казахский, английский – труды на различных языках мира. Великий ученый никуда не уходит, остается в своих трудах дальше жить. На выставку пригласили ветеранов и учащихся лицея Аль-Фараби. Нурсулу Исаева труды великого ученого считает актуальными. Женщина изучает биографию известных людей, великих мыслителей и поэтов. Выставка, конечно, интересная. Особенно для учеников, вот пришли много учеников, и для нас тоже интересно, нам это нужно, наследие Аль-Фараби. Он наш земляк, родился в Атраре, изучал труды Аристотеля. Аристотель был первым учителем, а Фараби называли вторым учителем. Выставка будет работать в течение всего года. Анастасия Астертак, Михаил Казначеев, новости МТРК. Лучшие из лучших. 2 февраля в Акибастузе завершился чемпионат Казахстана по боксу среди юниорок. Копилку Северного Казахстана бронзовой медалью пополнила воспитанница школы бокса имени Камиля Сафина. Подробнее у Анжелики Сычевой. Это хрупкая девушка Мадина Бауржан, ей 15 лет. 2 года назад по настоянию своего друга она пришла на первое занятие в школу бокса. Ее целеустремленность и сильный характер сразу заметил тренер и даже выставил ее в спарринг с лучшими учениками. Каждодневные 3-часовые тренировки и упорство быстро привели Мадину к высоким результатам. Самое главное достижение, признается спортсменка, бронзовая медаль на чемпионате Казахстана. Мы тренировались 2 раза в день, нас освобождали от школы. Мы тренировались за полмесяца до чемпионата Казахстана. Первая моя соперница была из Алматы. Она была очень опытной, очень техничной. И этот бой удался мне не очень легко. Второй мой бой прошел уже чуть полегче. Второй мой бой был девушкой из Кустаная. Он прошел у меня уже чуть легче. А третий бой ему удался очень сложным. Я, к сожалению, проиграла.
Но я не расстраивалась, ведь все еще впереди. Чемпионат Казахстана стал проверкой на прочность не только для Мадины, но и ее тренера Сабаржана Сактаганова. Подготовка к этим соревнованиям была сложной, как морально, так и физически. Планку снижать не намерены. Их планы расписаны на 2 года вперед. В этом году планируется спартакиада школьников. Там основное формирование сборной будет там. Я думаю, вот мы свой реванш возьмем на спартакиаде школьников и подготовимся лучше. Кроме спартакиады, отбор будет на «Дети Азии», вот в этом году планируется. Вот будем туда планировать. И потом в 2021 году там тоже будут международные старты. Я думаю, в следующий год мы еще лучше выступим. Всего на чемпионате Казахстана честь нашей области защищали 5 спортсменов. Анжелика Сычева, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК. Североказахстанские пара-дзюдоисты удачно выступили на первенстве страны, которое проходило в Нур-Султане. В весовой категории свыше 100 килограммов бронзовую медаль в копилку региона принес Булат Смагулов. На татами он провел 3 поединка, в 2 из которых уверенно победил. Лишь в финале пара-дзюдоист уступил сопернику из Атырауской области. В итоге занял 3-е место и вошел в национальную сборную Казахстана. В чемпионате страны участвовали 60 спортсменов из 11 регионов. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания.